Пожалуйста, начальник, отпусти. Я не хотел писать в твои тапки. Они просто были такие красивые. Пожалуйста, выпусти меня. Нет, кот, ты описал их все. Мне теперь не в чем ходить. Посиди здесь, плешивый, и подумай над своим поведением. Они сами написали в себя, честное слово. Что ты несешь, котяра? Ты думаешь, я совсем глупый? Ну, пожалуйста, начальник, выпусти. Выпущу тебя через сутки, когда ботинки высохнут. Так, начальник там, а что? А, подожди. Вот уж, ё-моё, а как нам это все спрятать? У нас 30 секунд, сейчас начальник придет, нам что-то с тобой навалили кучу всего. Быстрее прячем, не влазит. Нас сейчас палят в тумбочке, все закидываем просто по максимуму. Я не знаю, я уже сам сейчас в тумбочку спрячусь, чтобы меня не запалили. Чувак, выпусти, пожалуйста, я не виноват, я тебе серьезно говорю. Вы взяли не того, братан, ну вы же не того арестовали, а? Все тихо, все нормально, гражданин начальник, мне просто не спится, да мне в принципе и спать не на чем. Здесь кровати нет, чувак, слышишь? Где мне спать-то? Всем отличного настроения, друзья, с вами котенок Лайк, и меня упрятали в эту тюряшку. Здорово, чувак, что делать? Братан, почему меня сюда посадили? Смотри, у нас все на английском, мы что, в американской тюрьме, что ли? У нас какое-то время, коробка, куда нам надо что-то складывать, и какой-то рычаг. Интересно, это у нас симулятор побега, ребята, симулятор тюрьмы. Так, все на английском, естественно. Ладно, этот парень круглый куда-то свалил. У нас что-то все потемнело. Опачки, здрасте. Ох, ничего себе. Это что такое, табачок? Ага, интересненько. Здесь, по-моему, никого нет. Копы куда-то спрятались. У нас есть бумага. В общем, мы будем делать папироски, насколько я понимаю. Кстати, друзья, курение это вредно, поэтому никогда не курите. Мы просто зарабатываем деньжата. Так, сюда. Давай, табачок. Пока никого нету, начальника нету, начальник где-то гуляет. Еще сюда сыпанем. И давай-ка вот сюда. Сейчас мы с тобой папирос столько наделаем, что разбогатеем здесь, станем тюремными магнатами. Так, а как нам скручивать-то? Что надо? А, вот, скручиваем. Тын-тын-тын-тын-тын. Пока никого нету, все хорошо. Накрутили, походу мы сразу две, что ли, крутим? А нет, одну. О, шикардосненько. Закидываем. Ох, ничего себе. 50 бачей нам сразу дали. Вот это да, вот это прикол. Реально, мы скоро все сюда телевизор, походу, купим. Давай-ка, натираем, пока никого нету. Все сидят тихо, мирно. Подожди, начальник идет. Опа, быстро крутим. Давай. Быстренько скручиваем. И быстрее надо все прятать. Если нас засекут, то нам дают по попе, походу, дубиной. Давай сюда, быстрее. Все вроде влезло в эти шкафчики. Нормально, табак еще один. Все, закинули. А, подожди, начальник там пока у нас где-то шарится. Ничего себе, значит, мы пока. Подожди, а что они все пустые? Ой, идут, все спокойно, у нас время еще есть, задвинем все ящики. А, подожди, начальник еще смотрит на угол, мы в принципе могли с тобой еще покрутить папиросок. Начальник, выпусти, начальник, я голодный. Смотри, это начальница, все нормально, вау, какая красоточка пошла. Давайте, леди, вы так прекрасны, идите шуруйте отсюда быстрее. Отлично, сейчас мы с тобой накрутим еще папиросок. Вряд ли она сюда будет возвращаться, но там же второй начальник пришел. Очуметь, они просто один за другим идут. Быстренько закручиваем, нам нужны деньги. Не знаю пока, зачем они нам здесь, но они нам все равно пригодятся. Поэтому давай крутим. Быстрее, много, аккуратненько. Так, все нормульды. Выпало. Опа, закрутили. Закидываем. Что у нас тут еще? У нас еще время есть. Надо еще папиросок накрутить. А где начальник? Вот. А, это начальница. Все нормально, все у нас отлично. Я тут просто хожу, гуляю. Мне больше негде гулять, в принципе. Окей, так, открываем ящик. Табачку прям в шкафу будем делать. Короче, чтобы нас не запалили. Нормально, так сейчас накрутим с тобой. Ага, второго начальника пока нет. Они как-то странно меняются. У нас 50 секунд. И мы с тобой еще закручиваем. Опачки, 50. Вообще накрутили просто. Ну-ка. Опачки. Вообще, на самом деле, я думал, что в симуляторе побега мы будем сбегать. А тут мы что-то только папиросы крутим. Это какой-то странный побег. Ну, походу, нам и здесь неплохо. Закидываем сюда. У нас вроде все закончилось. Здесь у нас просто тумбочка, в которой ничего нет, и мы с тобой дергаем рычаг, и ничего не происходит. Прикол. Давай-ка мы еще разок дернем. Может, не до конца.
Так, начальник там. Подожди. Вот ж, ё-моё, а как нам это все спрятать? У нас 30 секунд, сейчас начальник придет, нам что-то с тобой навалили кучу всего. Быстрее прячем, не влазит. Нас сейчас палят в тумбочке, все закидываем просто по максимуму. Я не знаю, я уже сам сейчас в тумбочку спрячусь, чтобы меня не запалили. Да что ж такое-то, как нам это закрыть? Паника, шок. Сейчас сюда придет начальник. Начальника, иди отсюда, начальника, тут ничего нет. Фу, по-моему, все успели. 7 секунд, у нас, конечно, время заканчивается, мы с тобой 300 очков набрали. Все нормально, начальник, смотри, усатый пошел. Усатый, бородатый. Так, что у нас? Все. Снова на английском. Молодцы, вы заработали $300. Отлично. Нажимаем QUIT, выходим. И какой-то крендель, походу, у нас все забрал. Окей, куда-то он убежал. Что у нас тут еще интересного? В общем, смотри, я втыкнул, что нам надо вот сюда поставить штамп. И у нас начинается нормальная игруля, типа сценария. Какие-то у нас дни начинаются отсчитываться. Таймера нет, у нас просто есть часы. И вот такой чувак нам, смотри, прибежал. Добро пожаловать в нашу тюрьму. Окей. Тра-та-та-та-та-та, все по-английски, как обычно, ну да. Ага, какие-то материалы нужны. В общем, мы что-то здесь можем покупать и продавать. И это очень хорошо. Бобби, смотри, у нас есть вот этот парень, которого мы можем куда-то кидать, швырять и, в принципе, подбирать. Сейчас мы можем положить Бобби в коробку, потому что у нас ничего нету. Ну ладно, давай тогда закинем Бобби сюда. Шикарно. И погнали, отлично, так, все время пошло. Чувак убежал, я как понимаю, по принципу тому же мы все здесь будем сейчас крутить. Что-то, мы не можем крутить днем. Прикол, здорово, Бобби. Куда-то он, показывает, что надо часы здесь переключать, наверное. Go to night, вперед в ночь. Ой, реально, здесь можно переключать день и ночь. Прикинь, так можно было бы делать в реальной жизни. Это было бы офигенчик. Но, правда, мы бы прокрутили всю свою жизнь. Ладно, пока все спокойно, никого нету. Мы с тобой здесь можем накручивать. Даже начальников нет. У нас, кстати, коробки нет. Есть какая-то тумбочка, куда мы, видимо, можем все складывать. Все наше барахлишко. Сейчас мы с тобой накидаем сюда табачок, потом сюда. И начинаем накручивать. В принципе, у нас здесь все однообразно. Я не знаю, может, мы что-то здесь будем делать другое, что-то собирать, ремонтировать. Но пока мы крутим с тобой сигареты, которые мы продаем, потому что сами не курим и никому не советуем. Отлично. Давай-ка мы с тобой еще кое-что крутанем. Давай. Сейчас по максимуму накрутим, пока начальников нету здесь. Полицейские где-то гуляют. Наверное, пончики едят с кофе, а мы с тобой здесь... Оп, пардоньте. Ну ладно, все равно кто-то скурит. Закинем. Так, что у нас тут еще в бумажечке? Давай, сыпем. Пока никого нету, давай мы с тобой просто насыпем кучу всего. Где табак? Что не сыпется? Давай, алло. Все, пошел начальник. Так, надо теперь аккуратнее. Здесь не знаю, как они двигаются. Возможно, они как-то не останавливаются. Но мы сюда, кстати, можем прятать и... Оп, не влазит. Окей, барахлишко наше слишком толстое, чтобы куда-то влезть. Закрываем в тумбочке, здесь закрываем. Все нормально, мы здесь просто стоим. Снова усатый начальник, который смотрит в столовку, где ничего нет. Чувак, выпусти, пожалуйста, я не виноват. Я тебе серьезно говорю. Вы взяли не того, братан. Ну вы же не того арестовали, а? Ну куда круглый ты? Убежал, укатился, упрыгал. Да что ж такое-то? Ну ладно, братан. Иди гуляй. Интересно, а мы можем заглянуть за эту стену? Оп, ё-моё. Там то ли никого нет, то ли у меня в голове пусто. Интересно, а выглянуть можем? Опачки. Нет, смотри, реально нельзя выглядывать. Жалко, что так сделали, конечно, ограниченное пространство. Было прикольно выглядывать сквозь стену. Прикинь, там кто-то сидит, а ты выглянул. Ладно, давай-ка мы с тобой... Берем наше барахличко и заново накручиваем, пока у нас ночь и начальник далеко. Прямо здесь на корточках будем по-пацански крутить. Давай, накручивай еще чуть-чуть. Опачки, папиросочка. Ну-ка, еще давай. Опа, берем все, крутим. Рука заела, но все нормально. Так, начальник пока еще далеко. Давай, закрывайся быстрее. Фу. Чуть не застукали нас. Отлично. Все нормально пока. Скоро начнется день. Я не знаю, успеем мы с тобой еще накрутить или нет. У меня уже язык заплетается.
Все тихо, все нормально, гражданин начальник, мне просто не спится, да мне в принципе и спать не на чем. Здесь кровати нет, чувак, слышишь? Где мне спать-то? Да, вот эта камера, конечно. О, день второй. Ничего себе. И что сейчас будет происходить? О, какой-то крендель пришел, здорово, смотри, кулачок дает. Ха-ха-ха, на, держи кулачок. Ничего себе, здесь у нас появляется магазин, какая-то работа. Что это такое? Давай посмотрим, что мы можем с тобой обменять и получить. Наверное, нам надо что-то накидать в эту коробку, чтобы сделать обмен. Ну, естественно, сигареты, потому что нам больше кидать нечего. О, ничего себе, 8 бачи нам дали. Сейчас мы с тобой еще. Давай, давай, побероцка. Опачки. Еще одна. И вот эту сейчас мы разроем. Отлично. Днем, как я понял, начальников нету, поэтому все нормально. Весь хлам убираем. Что мы здесь можем делать? Какие-то материалы купить. Так, нажимаем трейд. Отлично. Видимо, мы что-то поменяли. Джобс тут у нас. Ничего такого особого непонятного мне нету. А мы ничего не можем купить. Подожди-ка, не получается мне ничего купить. Странно, нажимаю трейд, ничего не покупается. Ладно, это, конечно, все надо разбираться. Интересно и непонятно. Минус 6. Ну, на минус 6, естественно, мы ничего не купим. Ладно, я что-то немножко торможу, чувак убежал. Но я думаю, что мы в следующий раз с тобой разберемся. Сейчас мы включаем ночку, посмотрим. Ага, ну, ночка, да, все то же самое, короче. В следующей серии, я думаю, мы с тобой разберем. Опа, подожди, деньжатки. Интересненько. Раз. Два. Вот это, короче, то, что мы обменяли с тобой. И трис. Все, спрячем в тумбочку, чтобы никто не украл. Но я надеюсь, вам понравился этот видосик. Подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, играть ли еще в эту игрулю. Никогда не курите. Всем удачи, до скорых встреч. Пока-пока.